свою агрессивную игру, отнимает мяч. И даже... Ой-ой-ой, что это было? Что это было? Стычка Диана Помен с Эллой Люстиной. Не очень понятно, хотя нет, наверное, за ответный удар, конечно, да, безусловно. Оба игрока отправляются отдыхать. Наверное, это верное решение. Элла Люстина зачем-то забрала мяч. Слезы на глазах капитана швейцарской команды. Ну а что плакать? Зачем это, этот пинок был отвернувшемуся игроку? Это крайне некрасиво. К сожалению, не сдержалась Диана Помен.